не проехать. Это сложно назвать дорогой. Путь, который связывает деревню Воскресеновка в Астраханской области с другими населенными пунктами – песок, камни и островки разбитого асфальта. 18 километров опасности. По этой дороге дети вынуждены добираться до школы на автобусе. Родители всегда волнуются, отправляя детей на учебу. У меня ребенок ездит в школу в Беркасу. Были такие случаи, когда они ехали, у них заносило автобус, и мне звонил сын и плакал, что ехать невозможно, что ему страшно. До поселка не может добраться скорая помощь. И даже если доезжает, отвезти пациента в больницу не всегда удается. Рассказывает фельдшер скорой помощи Алевтина Луцева. Думаешь о том, как везти оттуда больного. Ведь дороги разбиты, а инфарктного больного. Представляете, как это везти? Мы не довозили даже, бывало, больных. В администрации района вину за разбитую дорогу возлагают на грузовики. Якобы под их весом асфальт разваливается на глазах. Дорога находится в ведомстве правительства Астраханской области. Районная администрация не в силах что-либо изменить. На следующий год самый такой участок такой разбитый. У правительства Астраханской области есть в планах провести ремонт. А впереди еще дождливая осень. В это время года путь до школы и больницы становится крайне опасным.